Всем привет! С вами мистер Тетрадка, и сегодня мы снова играем в игру Toilet Defense Simulator. Я недавно уже в эту игру играл, и она очень хорошая, я вам напомню. И вот тут, видимо, появилось обновление, хотя не, оно... Фу ты. Почему мне кажется... Нет, тут обновления же не было. Ну ладно, тогда что-то я не туда полез, просто я когда увидел... И Мэн Титана мне показал, что это обновление. Сейчас я ящики эти открою. Да, фигня какая-то выпала. Так, ну и монетки получаем. О! Посмотрите. Межчетвертый день. Получается, я могу сейчас открыть один раз легендарное яйцо. Надеюсь, что-то хорошее выпадет. Можно, пожалуйста, мифики? Нет. Это эпик. Ну ладно. Так, вместо такого я могу поставить. Не знаю, ну не буду все-таки я камерамена использовала. Ну ладно, что выпало, то выпало, потом еще. Так, где у нас череп? Вот, а сколько? Вот у этого 1000, а этого побольше должно быть. И радиус у него 38, так что. Кстати, сейчас я могу. Так, сел. Да не, все равно как-то мало получил. Ну ладно, я готов пожертвовать. Чтобы для нас открыть, чтобы какая-то лего выпала. Да ну нафиг. Так. Это же такого глаза. Легендарка выпала. Хорошо. Так, ну значит, я тебе мэна заменяю на... Тебе. Кстати, мне еще хватит денег, чтобы одно такое и открыть яйцо. Но тут все равно вряд ли мне что-то прикольное выпадет. Тут одна чушь какая-то. Потлайт. Так. Ну, можно попробовать с ним пройти. Ну, пока я... Пикерун буду убирать. Ну ладно, уберу пока ее. Не, мне прям везет в этой серии. Я много чего открыл. Кстати, я думал, может быть, в другую игру поиграть, но все-таки остановился на этой. Телевизор тут, и на верхушке тут золотая камера спайдер. Ладно, давайте попробуем пойти. Не, повезло мне с фьюнтами, в принципе. И даже вот этот спотик. Ладно, или как он, это, ну, в принципе, не важно, появился. Сейчас у меня еще коин буст, так что это хорошо. Так, ну, конечно, фаст мод. Автоскипчик. Ну, наверное, буду изи проходить, в принципе, ладно. Кстати, по факту буст у меня должен был кончиться, но он так и не кончился. Так, кого же сейчас поставить? Ладно, давайте тебе... Ну да, эта штука, конечно, не прям сильная, но... Давайте начнем. Все-таки, видите, эта штука очень сильно замедляет. Не знаю, как этот мэн спотлайт на максималке, но он очень замедляет, видите? Они очень медленно идут. Потом еще попробуем поставить эту... Камера хеликоптера, который ракетный. Сначала этого прокачать. Получается 45, 05. Получается 40, 170, 220. Ну, на максималке у него тут маловато, конечно. Ну, около 250, наверное. Хотя я не знаю. Но видите, как он замедляет всех их. Из этого может добить. Так,
Блин, один, да? Радиус у него 20. Ну, ладно. Так, у этого... Так, хеликоптер поставим. Ну, это хорошая штука. Кстати, мне лего выпало, да, я же рассказывала. Что у меня лего. Ну, пока... У меня, конечно, ДПС не очень хороший. Ну, ладно. Так, я сейчас понял, это, наверное, максималка будет, ну да. Давай, менедж. Бей. Так, теперь вот сюда еще тебя. Ну, у него, кстати, так вот это имба, наверное, будет. Знаете, я, наверное, буду только легендарные яйца открывать, потому что они самые имбовые. Тут очень большой шанс леги выпасть. Конечно, дорого, но ради чего-то стоит. Кстати, вот еще я сейчас второго поставлю. Вот эти штуки имбовые. И радиус у них большой, очень сильный. Целых 30. Это очень хорошо. Ну, кстати, мой, получается, Spotlight Man будет замедлять. Наверное, я буду его использовать, так как он замедляющий, он очень имбовый. О, смотрите, туалет пошел. Просто туалет. Так, так. Фермер, не знаю, буду ли ставить. Даже этот не такой сильный, у него только 1000. У него даже 1000 нет, так что он не прям выгодный. Наверное, даже еще одного Spotlight Man, чтобы он и тут. Только сейчас вот тебя поставлю, где-то да прокачаю. Ну ладно, вот сюда я все-таки поставлю этого Spotlight. Он и так замедлять будет. Ну просто пусть тоже урон наносит. Неплохой. Ну сейчас Armored будет. Ну, он, в принципе, нам не страшен. Да, мы его добили. Ладно, не знаю, правильно ли я сейчас... Что, получается, вот одного поставил вот тут. Ну, ладно. Пофиг. Ну как мы его? Неплохо, кстати, бьем. Да, хорошая штука. Ну понятно, что легендарка. Спикивун, по факту, тоже можно. Теперь я понял, как я проходить. У меня же реально терембовые команды. Не зря я в эту игру. Теперь, наверное, ну, то ли там дефенсы тоже снимать, но пока буду лучше тут в это играть, потому что это мне больше нравится все-таки. Это имба. Это более имба. У меня сейчас пикерума нету, но... И ладно уж. Он сейчас под... Spotlight Мэна прокачает все. Все, 200 скибицев получили. Ну, за 6 минут это быстро. Так, ну тогда давайте обновим моих юнитов. Так.
Так, надо, чтобы загрузилось. Так, загружайся побыстрее. Так, давай. Так, ну получается, камера вумен я, наверное, заменяю на спикер вумен. Так, ну и давай. О, еще один подарочек. Это коин-буз, у меня она еще не кончилась. А кстати, когда я ухожу из игры, они не кончаются, а еще идут. То есть можно так экономить. Ну давайте опять на дуале таун попробуем. У меня все равно коин-буз. Там, ну, чуть побольше доведений уже. Не намного, но все равно достаточно много. Ну, спикерун у нее 5000, она имба. Да. Так, конечно, получается, буду 300 монет получать. В цене 600, а в хайде 550. А, нет, 450. Так, ну ладно, первым делом я, наверное, вот тебя поставлю. Как-то имба. Ну да, теперь его можно для начала использовать. Конечно, я его с самого начала прокачать не смогу, но все равно не смогу. Вот это реально игра мне по душе. Ну, конечно, и в Tower Defense буду играть, но поменьше уже. Потому что какой-то чел не глушает. Так что потом еще Spotlight Man, когда вот этого на максимум прокачаем, наверное, Spotlight нужно будет. Ладно. Конечно, у него прокачка дорогая, ну а ладно. Блин, сейчас пройдут эти все мужички. Да ё-моё. Ну этого на максимум прокачаем. Потом спот хватит этого мэна. Блин, что-то не очень как-то дается. Ну ладно. Ладно, пока я скип не буду, потому что что-то страшно мне, хотя не скипну. Скипать не буду все-таки. Блин. Так, спот. Вот тебе надо, чтобы ты замедлял. Кстати, его, в принципе, не нужно на максимум прокачивать, так как я просто его, ну хотя ладно, прокачаю, чтобы нормально било. Да, сейчас дело быстрее идет. Не, ну вот этот вот файт менеджмент бар. Не, ну хорошо, конечно. Потом еще ученого на костре копченого поставим. Так, мы этого прокачаем? Да, прокачаем. Так, сейчас еще одного поставим. Вот тут хотя ученого, наверное. Ну ладно, нет. Ученого поставим. Том, ой. Сейчас так подлагивать поставлю. Кстати, мы уже 14 вон прошли за 3 минуты. Быстренько как-то. Ну ладно. Ладно, теперь вот сюда спикер вумен будем. Я поставлю, чтобы упасило. Прокачка у нее, конечно, дорогая, но ладно.
И как дополнительный урон. Вот сюда вот этого Spotify-мена поставим. Сильно прокачивать не буду, потому что смысла нет. Его можно просто... Ну, кстати, Spotify-мена, он по факту прост. Он, в принципе, мало сносит, но зато он важен для того, чтобы замедлять скибидистов. Так. Спикервумен прокачали. Теперь ученого поставим. Он тоже очень важен. Прохождение игры. Так, сейчас за 1000 прокачаем, и понятно, и ладно. Так. Так, кстати, потом вроде хакер какой-то должен идти. Ну, вроде не прям сложный. Так, вот тут еще одну спикервумен поставим. Тоже пусть упасит. О, мутант пошел. Ну ладно, пофиг на него. Да, еще поставим. Так, все сложно, довольно волна идет. Так, ладно. Не надо скипать. Блин. Так, надеюсь, мы сейчас... Не заряжаем. Хакера убили? Вот обидь туалет. Триста скибиц. Ну да. Очень легко. Блин. Не, все равно на эпик ящик не хватит. Тогда не знаю, что мне сейчас делать. Ну ладно, давайте откроем два средних. Только очень долго игра прогружается. О, тут 600
что это? Да получается, я могу кого-то прям удалить? Хватит? А, не хватит. Блин, ну ладно. Ну, сейчас хватило, конечно. И почти хватило еще на один раз. Ё-моё. Опять Стиви Вумен. Ну, нафиг она мне. Ну, ладно, пусть будет. Смысл, она... Она фиговая. Ладно. О, почти хеликоптер. Можно сейчас хеликоптер? Нет. Ничего не хотят давать. Ну тогда ладно. Так. Всем спасибо за внимание. Всем пока. С вами был Тетрадыч.